Ня-н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 я. Всем привет, друзья! Продолжаем мы Genshin Impact проходить. Без молитв. Купим камни истока, не крутим ничего. Крутили только баннер новичка. И сегодня мы можем получить первого персонажа. Бесплатно. Ну, не первого персонажа, конечно, но получить по ивенту первый раз. Пройдем вот эту вот штуку на запись, потому что там довольно сложно. Все очень сложно. Я очень долго все это дело пытался пройти, мне не получалось. Но по итогу вспомнить бы еще, как это пройти. Так, ну по итогу сюда мы ставим эти штучки. И здесь мы делаем... Или нет? По-моему, да. По-моему, так вот мы делаем. И все соединится как надо. Нет, неправильно все сделал. Так, я не помню как. Значит, вот так вот что ли? Да, скорее всего. Точно, вот так вот проходим. Так, здесь получается просто вперед. А, не хватает, сука. Значит, берем здесь. Вот так вот. Теперь хватит, все. Цепь забыл соединить. Ёбаный в рот, твою мать. Конфуз. Ладно, хорошо. Так ты просто забыл соединить их. Да, понимаю. Сейчас буду тупить снова. Класс. Все, вот, вот так вот проходится такая первая часть. Я даже второй раз прохожу, на основе проходил. Да, кстати говоря, для тех, кому интересно посмотреть мою основу, то я могу сделать обзор основы аккаунта, если интересно. И сегодня у нас в целом серия посвящена будет заданиям мира. В Манштадт исследуем и сундучки всякие так. Здесь у нас тоже все более-менее просто. Мы просто делаем такую дорожечку. Здесь... Вот так вот. Подожди. Наоборот. Сюда. 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 Вот и все. Вот так проходится пятая и шестая часть. И мы собираем камни истока и забираем, кстати говоря, полезные вещички. И фреймина сейчас получим. Так, это у нас вторая часть ивента. Сбор ресурсов закончился, потому что все закончилось еще в прошлой серии. И теперь подеремся с сальными уродами. И наша задача набрать хотя бы 2000 очков. Селянь к нам просится. Нет. Так, значит, здесь просто собрать... Ставь лайк, если понял, кто такой селянь. Просто собрать тут двоих, получается. Ну, только так. Нювелет сейчас, мне кажется, всех зарешает в одиночку, потому что Нювелет — это мощный очень тип. Зачем ты мне показываешь, что там совершать надо? Класс. Так, это у нас вихрь. Мне кажется, лучше поставить фишель, а потом добавить уже. Да, в этом смысла особого нет. Ну, так больше очков пройдет. Давай убьем его так. Пошли. Так, нам нужно брать 2000 очков хотя бы. Ну, успеем набрать. Так, новый противник.
Так. Пожалуйста. Ну, щита нет у нас. Щита у нас нет. Какие интересные у них реплики. А чё это вы не стягиваетесь? Потому что они слишком крутые для такого. Так, убили. Ну, странник дает фору всем просто. И маная. А тетя? Да. Немножко электро нам не помешает. Мы ни разу не завершили испытание с помощью песни. Может, надо попробовать? Не знаю, зачем это надо, но попробуем здесь. Ария жизни. Так, тут у нас Фурина, Нювелет, ну я, собственно, беру их, и, по сути, просто брать больше, можно было, в принципе, не брать даже тех, кто у нас есть в отряде еще из наших персонажей, потому что они бесполезны будут абсолютно. Так, Фурина. Красиво это выглядит, вся эта резня. Так-так. Так, Фурина у нас. Жизненько. Ой. Успела, слава богу. Обы. Надо бы потом чуть-чуть хуже. Так, давай-ка. У него хп, по сути, больше, чем даже. О. Тоже можем больше набрать. Да зачем эти, блядь? Наши персонажи нужны нафиг. Действительно. Ну, по крайней мере, в ивенте. Ну, сейчас да. Но мы их прокачаем в любом случае, они будут бешеными. Ты чё, урод? Ай! Крыса. Мы наберем даже 6 очков, представляешь? Угу. Сейчас я не злуплю. Ты, блядь. Поехали, 6 очков даже есть. На основе набрал 10 тысяч. На последней секунде завершил бы Икс. Давай. Давай, давай, давай. ЛБХ. Нет, все равно нет. Да ну, как? Как-то так. Прошли мы ивент. Она остается, получается, одна битва. И, в принципе, ивент закончен. Кстати, скоро будут новые баннеры. Я еще старых не молилась. Так. Берем всю вот эту штучку. И это забираем. Ну, немного забрали, но в целом неплохо. Ну и получаем, значит, Фремине. Вот наш новый персонаж. И закинем ему парочку небольших вкусных книжечек в ротан. Ты сейчас звучал как какой-то извращенец. Так, это я, пожалуй, дам Барбаре. Почему? Потому что мы сейчас, наверное, сходим... По пути как-нибудь попадем в сторону артерии земли и там заберем наградки. Вот, кстати, вот выбираем боевой пропуск. Ну и поехали. Посмотрим заодно, что нужно Фремине. По-моему, нужны ромарины и слаймы. А, это нет, это не слаймы. Жемчужины. И народы Фортмера. То есть нужно парочку животинки. Кого-то надо убить. Ну давайте убьем. Вон ромарин вижу один. Убьем сейчас, не проблема. Ради Фремине можно, в принципе, и нарушить немножко наши планы. Привет, сука. Ну, они мило строем ходят.
Как вообще можно было сделать таких очаровательных мобов? Они же такие няшки. Ну, коньки и горбуны очень мерзкие на вид. Коньки? Вот эти вот коньки, но они коньки, которые повзрослее. Всех убью. Блять, промазал. Так, по-моему, все. Ему хватит. Так, Фреминаш, тебе оружие надо дать. Оружие у тебя есть какое-нибудь? Да, есть. Вообще-то нет, по сути. Ну ладно. Разберемся. Артефакты. Целитель не подойдет. Ну, дадим что-нибудь. Изгнанник. Изгнанник. Берсерк. Надо сила атаки. Ну, давай это дадим. Инструктора, так, дальше. Защита, бонус электроурона. Надо близкий отдать. Бонус гидра, сыка. Да, мы... Аниме. Можно, да, конечно. Вон там было крио. Вот. Крио урон, еще изгнанник, отлично. И шапуля. Отлично. Ну, в целом отлично, а в целом не очень. Так, не буду качать это оружие. Так, подожди, я смотрел по другой причине на тебя. Нужны два аромарина. Под водой найдем сейчас, конечно. Фонтейн, друзья. Подводный мир очень красив. Великолепен. Может быть, взять Фромины и побыстрее доплыть? Так путешественник... А вон внизу аромарин. Под тобой. Так я забрал его. Нет, это новый. А, да. Путешественник тоже плавает быстро. Да? Он же гидра. Но сейчас нет. Ну и что? Он обладает тоже, он даже умеет нырять, как дельфинчик. Качу-качу, куда хочу. Качу-качу, куда хочу. Может, статую хотя бы откроешь? Вижу аромарин. Ура! Барбара. Я вот 1000 раз на нее нажал. Нажимается фишель, класс. Все, забрали аромарин и идем в Манштадт. Наконец-то мы съебываем нахуй отсюда. Это просто кошмар какой-то. Гнилое местечко, ничего не могу рекомендовать. Так, начнем с гора Буревестника. Буревестника. Мы немножко собираем сундучки. Валяшки пособираем заодно. И пойдемте... Там наверху сундук был. Сундук наверху. Угу. Где? А повернись еще раз. Ну, он был, я выведела. Ладно, показала, скорее всего. Нет. Слышишь фею? Где-то, да, что-то такое слышал. Или это не фея? Так, ребятки. Нет, звучит как фея. Подарите себя, что ли. Слышишь? Mm-mm. Нам нужна выносливость. Нам очень нужно много выносливости. У нас появится Лина, кстати говоря, и попроще станет с выносливостью. Вот прям тяжело. О, вижу сундук первый. Так я же про него и говорила. Я его не видел. Так, этих бычар мы пропускаем мимо ушей. Ну, испытание. Ну как они меня заметили? Легко. Невозможно. Да ты их пропустил, но они тебя не пропустили. Ну и как ты умудрилась... А почему она умерла? Я не понял. Что-то оригинальное, Барбара. Все, отъебитесь от меня, хиличурлы. Не самый лучший отряд. Почему? Хотя... Ну, если по тебе попадут, будет холодно. О, да. Размочили гадов. Там еще слева сундук был. Забрали ачивочку, забрали еще что-то, сундук слева, вижу. Вернемся. Так, Барбара. Восстановление ужасное. Она же... Кошмар, восстановление ужас просто, я не знаю. Хэштег почувствуй себя нубом.
что-то ударило по нам, непонятно, неизвестное. Ну это те тут мобы довольно плотные. На 25 уровне. Так, забрали сундучок. А когда нам дадут повысить их навыки? 25 ранг приключений. А у нас 24 с хвостиком. И мы еще получим линет. Бесплатно. Мило. О, сундук. Ты, кстати, там забыл сундук забрать. Я вернусь туда сейчас. Молния ужалила лиска, забрали еще один сундук. Прекрасно. Так, это надо бы разбить. Давайте подумаем, кем это сделать. Почему бы не взять нового мальчика? Новый мальчик. Ну давай возьмем, но новый мальчик еще слабенький будет, я так понимаю. Ну это да, но мы же не будем драться, просто хотя бы разберем. Давай-ка Фишель отдохнет, возьму Чунь-Юня. Стоп, а где был Фрамина? Внизу. В самом низу, в самом конце? Ну да. Он недокачанный. Это нужно забирать, друзья. Вижу, что сундук. Кстати, ни одной валяшки не нашли. Так мы же не там ходим. Это гору Буревестника. Ну, недостаточно глубоко. Как бы туда доплыть? О, сундук. Рядом с этим. Вижу. Вообще вижу много... Это все собирать. Собирать нужно все собирать. Если у вас есть желание поиграть, как писали в комментариях, собирать сундуки, то просто об этом напишите в комментариях. Я свяжусь с вами, и мы вместе запишем серию. И пока есть возможность проверить своих редко играбельных слабых персонажей. Потому что... О, валяшка. Где? Вон впереди, с правой стороны, под деревом. О, да. Come a little closer. Нет, нет. What do you think you... Так. Сейчас вернусь. Так, продолжаем. Забрали еще один сундук. Там бы еще валяшечек немножко пособрать. Вот это мы убьем, заберем мяско. Мясцо заберем. Так. Хиличурлы. Вся локация в хиличурлах. О! Так, у нас ключик есть от усыпальницы глубин. У нас нет ключа. Ну ладно. Дуванчик возьмем. Дуванчики нужно тоже брать. Мне нужны, по-моему, Джин и Эоли, если я не ошибаюсь. Так, сундучок еще один забрали. Валяшки нашли. Вижу испытания внизу. Рядом слаймы. И сундук. Вот к сундуку пойдемте. Будем. И там еще один, классно. Так, это, я так понимаю, поджечь надо. Подозреваю. 100 мне отряд. Ну, давай, наверное, Чунь-Юнь, иди отдыхай. Может быть, ненадолго. Да, загадка, действительно. Вот такие вот моменты тоже. Смотрите, загадка бывает. Скрывается и в факелах, если какие-то факелы не подожжены или все не подожжены. Можно получить сундук. Причем такой хорошенький сундучок. Шишки. Не попало. Кривая. Так, это что у нас? Это у нас морковка. И еще один сундук. Вот уж собирает тут все дела. И сундуки повалят сами по себе.
Так, нет. А что нужно сделать? Понял. Ну, все за нас делает электрическая лампа ведьмы Лизы. Еще один сундук. Опять. Ну, все, крушим на своем пути, забираем сундуки, ресурсов ничего не дали. Ну и ладно. Так. Валяшки нужны, побольше валяшек. Так, или чурлы спящие. Фею вижу. В горах Буревестника дают в этом регионе за каждый сундук камни истока. Ну, это, конечно, правильно, потому что камней много не бывает, это уж точно. Хоть и можно, конечно, наверняка мы накопим большое количество примагемов по окончании сюжета, плюс крутки стандартные, точнее не стандартные, а ивенты выдаю за прохождение миссий. Несмотря на все, довольно мало, потому что я знаю, что люди донатят большие бабки, чтобы себе выбивать там созвездие, сигнатурку. И сигнатурка ж может еще не упасть сразу, с первого раза. Ну, то есть, после определенного прокрута выпадает обычное оружие, не ивентовое, потом еще что-то происходит. То есть много всяких есть сложностей в выбивании. Вот я пытаюсь на основе выбить себе сигнатурку для Байджу или для Фурина, вообще все равно. Но мне вообще ничего не падает. Поэтому это довольно проблематично. Здесь сундук без камней. То есть мы уже покинули горы Буревестника, значит, надо вернуться сюда. Нам нужны валяшки буквально немножко. Так, это я забрел в самую задницу. Окей, давайте сюда зайдем. Пик Буревестника. Валяшки нужны для следующих персонажей. Так, это Лиза. Это Ноэль. Ну и пока, по-моему, вроде бы все. Но я не вижу вообще валяшек пока что. Микки у нас нет, чтобы нам отображалось на карте местоположение диковинок Манштата. Кабанина. Сука, в прошлой серии меня задушило. Стоять, гнида. Сволочь, получай. Да тебе за прошлый прием, так сказать, неблагоприятный. Так, ладно, возьмем Фармине. Yes. Вот он, мальчик. Давайте оружие прокачаем все-таки. Тут это прям бомжара какой-то. Я что, оружие запихал? Ой, блядь. Тупанул немножко, тупанул. Так, клыки. Или цепи, что это такое, не помню точно, как называется. Нужно два клыка. Или две цепи. Скорее всего, цепи. Утопил всех хиличурлов в воде. Ну а что, агриться не надо, испытание. Пробуем сейчас его залутать. Так, идем. Открой сундук. Ой, бля, нужна Эмбер. Сука, хиричуру с деревянным щитом. Это просто беспредел какой-то. Беспредел. Я не знаю. У них щиты архонтами не пробиваются. Не знаю, что нужно сделать, чтобы пробить этот щит. Это какой-то кошмар. Так, Эмбер все-таки сама просится в отряд в этой серии. Ну, по крайней мере, в этом регионе. Разожечь все
факелы. Еще зажечь. Короче, сундук. Не, мы успели вообще без проблем. Без особых трудностей. Эмбер, конечно, критикую постоянно в прошлых сериях, но все-таки она неплохой персонаж. Вот эти валяшки еще нашли. Валяшки нужны и сундук. Надо последний залутаем в этой локации. И проходим миссии. Здание мира. Вот два сундука. Так. Жбан. Да. Ну иди сюда. Подходи. Перезагрузка, огонь, реакция. Мне всегда нравилась перезагрузка. Но если взять Ху Тао с гидроперсонажами, Илани и Сэньцю, это вообще страшная девчонка. Так, где-то сундук был в какой-то стране, не помню, какой вот он. Кто его охраняет? Никого не вижу. Опять слаймы. А, ты еще откуда-то взялся? Дурачок. Отвлекай его, молодец. Ну, Лиза такая, знатная. Какой непробиваемый хили, тут самая бездная. Так, сундуков прям неплохо залутали мы в, на горах Буревестника. Может быть, еще найдем валяшку еще одну. Вот, кстати, нашли. А это ягоды. Это ягоды. Это шишки. Скурим все шишки. Ну ладно. Так, осмотримся еще, посмотрим. Что-нибудь, может быть, что поблизости имеется. Нет. Ладно, давайте выполнять задание. У нас сути один остался пока что. Пич отошла. Так, разведайте месторождение кристальной руды у логова ужаса бури. После исцеления Двалина доступ к логову ужаса бури восстановлен. Вагнер хотел бы отправиться туда на поиски кристальной руды. Ну, давайте поищем руду. Соберем, отдадим Вагнеру. Тогда нам нужен двуручник 100%. Ну, Эмбер, извини. Ты прям сегодня не вписываешься в проекцию нашей игры. Так, а может быть, какая-то книжка выпала? Да. Бляха-муха, ладно. Возвышаем Фрамине. Повышаем его сразу. Побольше. Уровень тебе закинем. Крутку забираем. 22-я, по-моему, уже. Так, я вижу... Так, а куда ближе? 180 метров. Это ближе. Так, а где... Понятно. Надо попытаться забрать все-таки сейчас. Но давайте заберем сейчас все-таки. Так. Наверху он. Ё-моё. Ну, попробуем залезть туда. Кто, блядь, меня опять увидел? Неплохо бьет. Уча, тиня, тиня. Хорош, Фрамине бьет неплохо. Я так понимаю, он играет от физурона. Наверху? Засранец. Да. Я до тебя дойду сейчас, ты не переживай. У нас прям есть такие два крио мясистых двуручника. В виде Чун Юня и Фрамине. Так, пробуем залезть на то место. Ух ты. Я такого не видел. Да, настой у меня он есть, но я не играю, мне настой он C5 аж. Тем не менее, я им не играю вообще. Ну, я играю Линет, мне Линет очень понравилась как персонаж, поэтому я решил ее уделить ей внимание. Опять-таки напомню, если хотите посмотреть, или чтобы я, точнее, чтобы я сделал обзор на основной канал, на основной аккаунт,
Пишите в комментариях, сделаю отдельную серию об этом, и там очень много интересного, всякого, забавно, персонажей много прокачанных и все такое. Так. А залезли мы практически сюда. А дальше-то как? А как дальше-то? А, все нормально. Так, пойдемте все-таки заберем Рудишечку в сторону первой точки. Разведайте местоположение кристальной руды у логова ужаса бури. Я вижу сундук еще один. А вот, кстати, вижу и кристальную руду. Обычный кристалл, так понимаю, да? Формине. Похож на мальчика. Стесняшечка. Так, ну давайте забирать. А, просто разведайте. Ну, я все равно все заберу. Ой, три штучки, какая прелесть. То есть собирать ничего не надо, просто нужно разведать. Интересно. Так. Сундук вижу. И фею вижу. Сундук без присмотра оставили. А вон сундук с присмотром. Глупость. Ты чё мне бьёшь? Нечего мне было бить. Так, слизь славы мне нужна, кстати говоря. Не помню для кого, но она нужна. Что-то меня заморозило. Богатый сундучок забираем в копилочку. Так, ну идем. А, фея. Может, ты по пути будешь, фея? Надеюсь на это, потому что так, вижу еще в поле зрения, в поле радара еще один анимок. А где он? Так тут два даже. Ну, попробуем сейчас найти. Так, давай-ка поток. Активируйся. Так, не вижу я анимокула. Ты понимаешь, он тут наверху будет сейчас. Нет, я его не вижу. Хм. Ни одного анимокула не вижу. Так. Так, один... Это он? Блять, это не он. Так, я слепой, походу. Так, этот я вижу. А как туда добраться-то? По потоку, наверное, ветряному. Только где поток? Ветряной-то я не вижу нигде его. Поблизости. Ладно. Сейчас посмотрим повнимательнее. Так. Какой-нибудь монумент. Нет, не вижу ничего, к сожалению. Может, наверху, кстати говоря, да. Вполне возможно. Но нет, тоже ничего не вижу. Как до него добраться-то? Ладно, разберемся. Так, нам по пути сундук. Совершите небольшое... представление с хиличурлами. Кстати, вот пиросульту давайте юзнем. Так, ты там что-то колдун вообще офигел. Страх-то потерял.
Так, ресурс собираем. Капуста. И видим обилие кристальной руды, которую мы сейчас тоже заберем. Хоть это не стоит делать. Но я сделаю. Он еще скажет собрать ее 100%. Я этому не удивлюсь. Так, и последняя точка. Мы пропустили много анимоклов, но я не понимаю, как их достать. Если честно, вообще. Так, сундук еще один. Два. Лизу бьют, как, знаете, попало. Так, убили всех и забрали сундук. Один. В сторону, так, наконечник стрелы. Возьмем. 33 уровень, мобы. Так, этот выжил каким-то образом. Ну все. Тебе пришел конец. Забираем богатый сундук. И добираемся до точки скопления месторождения кристальной руды. И нам говорят, таки набрать надо кек. Ну хорошо, что я додумался это делать. Надеюсь, он не все заберет, потому что я прям забрал почти все, что было. Так, закончили здесь. Возвращаемся в Манштадт и получаем награду от Вагнера. Очень довольно экспрессивного кузнеца, который грубый, дерзкий. Но в целом неплохо. Так, ачивочку какую-то мы получили. Манштадт, город свободы и песен. Откройте 100 сундуков. Драконий хребет тоже Манштадт, по сути. Так, я накопил немножко печати, и я хочу купить себе что-нибудь для себя. Вот это покупаем, это покупаем, это покупаем. И все. Мору не можем купить, наверное. Так, Вагнер. Ну как, ты собрал кристальную руду? Да, собрал. Дай взглянуть. Да, куски прямо-таки знатные. Вот это плата за труд. Значит, ураганы у логова ужаса бури и в самом деле прекратились. Надо бы сходить и посмотреть. Выполнили задание, получили 100 приключений и обломки кристалла еще получили. Какая прелесть. Так, давайте сходим, тогда получается время никого не ждет. Так, Катерина Люета потом, то же самое, в горах Мерск, мерзлая разведка, одиночная, последствия катастрофы. Ну давайте сюда сходим, разрушите баррикады, задание какое-то там тоже получил, осмотрите территорию и разрушите баррикады, слезь, пожалуйста, с дерева, там сундук видел. Ну, мы сейчас по дороге будем, по пути будем собирать сундуки. Это что у нас по исследованию карты? Ну, не густо, конечно, но еще все впереди. Так. Ягоды соберем. Грибочки. Это все рычит постоянно тут. Маляй его, бей, бей. Так, ну мы разобрались с этими дурачками. Вижу сундук. Этот мы точно заберем. Так, еще разрушите, но мы сначала заберем сундук. Все-таки он тут... Ну класс, щиты, конечно, непробиваемые. Не, я, конечно, знаете, просто в шоке с их
не знаю, каких-то киборгных щитов, которые вообще ничем никак абсолютно не ломаются, кроме как поджечь огнем. Ой, блядь, неожиданно. Ой, сейчас будет хорошо. Так, ну всех мы уничтожили спокойно, довольно очень прискорбно, что с них не падает ничего, что нам нужно. Так, что-то еще какие-то баррикады, а вот этот, наверное, тоже надо разрушить. А, еще что-то. Ага, вот еще. Так. И тем не менее еще где-то есть. Смотрите. Так, это внизу. Хорош Форминем, очень неплохо врывается в наш отряд. Ну еще враги, они опять меня заметили издалека. Что-то меня ударило. Неизвестное вернулось. Теперь мы снова вдвоем. Ну, Фермине уже вовсю шмаляет. Да. Сильнее всех, на самом деле. Странно. Так. На 26 уровне. Это немножко грустно. Так, это тоже баррикады, понимаю. Да. Все, вернитесь к Хоффману. И мы с ним поговорим, изберем награду очередную. Где-то есть, вот ты где-то здесь слева, ты боишься наших ударов, собачка, гав-гав. Как дела? Ты разобрался с баррикадами? Все чисто. Отлично. Если бы не ты, кто знает, сколько бы это безобразие еще стояло. Великий Орда Фавониус. Это тебе, почетный рыцарь. Спасибо за твою помощь городу. Спасибо за твои прекрасные награды, которые меня не особо впечатлили. Так. Давайте сюда. Может, в храм волка зайти? Так, а что у нас здесь? Сейчас посмотрим, может быть, и зайдем. Одноразовый храм. Так, зайдем. Так, Сянлин есть. Берем. Путешественника не будет. Впервые в истории мы не берем путешественника. Но это только чисто это подземелье, которое там тоже имеется. Награда соответствующая, которую мы заберем, соответственно. Сянлин немножко в упадке. Ничего, выживет. Так, здорово, чуваки. Фантасмагория. Так, открываем что-то. И сундук. Выбираем сундук, опыт искать для приключений. И идем, поднимаемся наверх по лестничке. Тут открывается еще одна дверь. Как бы быстро ты смог добраться наверх по этой лестнице? О-о-о. Не знаю. Она довольно длинная. Так, сейчас бы ульту. На самом деле, Сянлин. Ну, не судьба. Не помешала бы она. Гоба продолжает нам помогать. Я не личный хейтер Гобы. Уничтожили. Что я сделал не так? Ладно. Снова поднимаемся наверх. Открывается еще одна дверь. И мы видим еще врагов. И, кстати, маг бездны, который очень сволочной на самом деле. Бабах. Шманах. Все.
Прошли мы довольно легко это подземелье. И пойдемте заберем награду, которую нам... Точнее, соберем вещи, отыщем Джека. Сам же он, конечно, их найти не может. Так, я так понимаю, это... Так, поменяю отряд, секундочку. Возьму данных ребят. И совершим... Прорыв. Да. Надо мочить эту скотину. Быстро ты закончил. Да. Так, нашли первую вещь. Идем искать вторую. Карта Джека. Ну, я так понимаю, это снова здесь. Где враги, там и вещи. Как вас много. Удобненько. Всех смело одним ударом. Нам нужна колея. Дендрореакция — это довольно имбовая штучка. Вернитесь к Джеку. Он находится, я так понимаю, тут, что ли, находится? Странно. По-моему, находится он в баре, где... Нет. Нам сюда. Ведьма Лиза бежит. Это был Хоффман? Так. А вот и Джек. Ну что, на, они нашлись? Да. Прекрасно. Эта карта мне стала как родная. Я нанес на нее столько отметок, что без нее мне пришлось бы туго. А если бы не нашлась моя лицензия, просить Катерину о новой было бы слишком стыдно. Во время приключения потерять свою лицензию. Вот умора. Спасибо. Отныне я буду держать их в сохранности, а это тебе держи. На самом деле это не так уж легко найти и довольно просто потерять. Так, хочу пойти сюда, в ущелье Дадаупа. Там наверняка есть будет задание какое-нибудь еще. Потому что здесь есть кое-что активировать. Электрический барьер. То есть нужно найти 3 локации, по-моему, и... или феи открыть. Феи и локации. То есть нужно зачистить места. Так, а вот и задание. С хиличурлами. Да иди ты нахуй. А еще там есть где сфотографироваться. Пошел отсюда. 3 феи. С этот самый сунут. Самый анимокул. Так, это женщина. Доктор Ливингстон. Как же нам быть? Пускай мы выяснили, как снять барьер печати, но с таким количеством монстров вокруг. Что случилось? Хэмэ, прости, я задумалась. Меня зовут Ливингстон, я искатель приключений. В долине, заполненной монстрами, я уже и не ожидала встретить живого человека. Довольно отважно. Я искательница приключений и первооткрывательница, а ты, как я полагаю, мой коллега. Звездное небо над головой и мрачная бездна под ногами – вот из чего на самом деле состоят путешествия. Барьер с 3 печатями защищает после поля битвы. Его сотворили выжившие, чтобы прах их товарищей оставался непотревоженным. Но что нам остается делать? Прости, я потеряла мысль, о чем я говорила. Не беспокоить. Ах да, эти мечи и остальные сокровища воинов, которые погибли в сражении. Разве можно позволить хиличурлам здесь хозяйничать? Они разбили неподалеку целых 3 лагеря. Так как мы не хиличурлы, наши действия нельзя расценивать как расхищение гробниц. Мы искатели приключений, которые добывают сокровища своим умом и ловкостью. Ты понимаешь, что я имею в виду? Но эти печати, что же делать? Печати? Благодаря пониманию принципов работы потока элементов, я, великая путешественница Ливингстон, выяснила, как устроен этот барьер. 3 барьера с печатями соответствуют 3 статуям стихий, которые находятся в 3 лагерях хиличурлов. На севере обитает племя, известное как Мясное. Его подробно описал в своих трудах замечательный ученый Алан. Примитивное общество, предпочитающее грубую силу и грубую пищу. В отличие от нас, их мало интересуют интеллектуальные изыскания.
Статуя стихий находится на арене мясного племени. Однажды я пробралась в их лагерь, чтобы активировать ее. Но когда я вступила на арену, они восприняли это как вызов. Не успела я опомниться, как меня окружила толпа хиличурлов. Ах. Если нам удастся победить их, то мы сможем снять печать. Еще одну статую стихии можно найти в южном лагере. Местное племя известно как Сонное. Как только наступает ночь, они засыпают мертвым сном. В отличие от нас, они не готовы бодрствовать и трудиться круглые сутки напролет. Статуя стихий стоит их в их пруду. Когда я попыталась с ней пробраться, меня встретил огромный хиличур со щитом. К востоку на вершине холма стоит лагерь пламени затмения. Согласно записям Алана, они строго соблюдают все шаманские ритуалы, им не хватает нашей смелости, чтобы отойти от традиций. Статуя стихий расположена в самом центре их лагеря. Там обитают не только шаманы, но и маги бездны. Я великая путешественница Ливингстон, с чьей мудростью сравняться только звезды, не обладаю достаточной физической силой, чтобы одолеть их всех. Ох, обидно. Тебе тоже меня жалко? Но в словаре искателя приключений нет слова «жалко». Если у тебя что-то не получается, значит, что ты недостаточно стараешься. Нас ждут бездны и звезды, юный путешественник. Жаль, что даже Ливингстон никогда не сумеет достичь звезд. Разберись с тремя племенами хиличурлов и активируй три статуи стихий. Скорее всего, без грубой силы тебе не обойтись. Мне не терпится узнать, какие сокровища скрыты за барьером. Если ты настоящий искатель приключений, если ты веришь в свои силы, то принимай вызов. Береги себя, милый друг. Обидно было бы ставить здесь навсегда свои кости, когда в мире осталось еще так много неразгаданных тайн. Да пла нахуй, заебала, блядь, пиздец, сучка, тварь. Пиздоболка, ебать, ужас, нахуй. Довольно многословная. Дрянь. То есть мы еще будем искать барьеры. Ну, сначала заберем... А чего их искать? Статуи мы искать будем. Так, где-то задание. Да просто пойди в разные три стороны и собери, поубивай там всех. Окей, пособираем сейчас. Да пошел ты тоже, блин, в очко. Она улетела. Куда? Наверх. Надо с горы спуститься. А начнем с нее. В логове ужаса бури, пока ты там что-то делала... Там очень много сундуков, очень много анимоколов, но я не знаю, как их достать, не помню. Разберемся. Так, осталось активировать вот эту вот скотинку, это слишком высоко. Так, значит, здесь есть лагеря. Ну, так понимаю, вот это лагерь. Угу. Это лагерь. Угу. И то лагерь. Вот это вот? Нет, впереди. Это? Выше, да, вот тут. Ну, пойдемте в эту сторону сначала. Так ты уже почти пришел к лагерю одному, что ты? Ну тогда. Спи. Так еще рано. Почему они спят? Он храпит. Ну вот первый лагерь, так понимаю. Здорово. Yes. Так, минус два дурачка. Я раньше думала, что белые листочки — это не опыты искателя приключений, а рецепты. Сейчас тебя будут бить постоянно и вечно. Думаешь, меня ударишь? Уничтожил я, собственно, этих гадов, получил сундук богатый. И мы сняли одну печать, точнее, один барьер мы сняли. Второй. По счету. Так, здесь сундук еще есть какой-нибудь? Точно анимокл здесь есть. Я вижу его, он находится здесь. Красивый анимокл. Угу. Сундука не вижу. Ну и пошли вы нахер. Я иду к вашим друзьям. Делать то же самое. Забирать то же самое. Еще и сундук заберу. Сундучок заберу. Закатники. Не судьба. Ну ладно. Так. Направо идем. То есть мы не туда пошли. Класс. Так.
Продвигаемся в сторону второго лагеря. Залезь, пожалуйста, без проблем. Да, успеет, по идее. Так, ну, я вроде бы на месте. Это, я понимаю, все-таки внизу, да. А вот и он. Маг бездны, кстати говоря. У нас нету пира персонажа сейчас на руках. Придется всех убить. Лиской, только лиской. Что ты, блин, упал? Стальщик, ёб твою мать. Ты чё, блин? Самые жесткие маги бездны — это электрические маги бездны. Хотя бы просто физой. На, сволочь, получай. Бля, все-таки пира нужен, ладно. Спасибо, Барбара, за хорошую эту самую. Я беру Сянлин в отряд. И мы сняли второй барьер. И остается один самый большой. Второй. Так, сундук вижу. Ой, господи, сундук, анимокул. Пора уже заканчивать серию, я уже начал запутываться реально. Капитально. И жестко. Фея. Где? Ага. Под носом. Просится в мир. Потато. Картошка. Две нужно. Ладно. А, бля. Это не она. Ну ладно, пойдемте в сторону анимокула, который надо забрать каким-то образом. Не представляю, каким образом. Вообще вариантов есть. Еще выше. Ну, можно было там забраться. Да, она справится. Что меня опять обнаружило? Нечто. Нечто. А не сверху. Как они видят? Задом. Ну что, куропатки? Готовы сосать? А нет! Да что ж такое-то? Сегодня, видимо, не они сосут. Ну так мы не заберемся. Ну, суть, я сейчас вернусь к вам, пидорасы ебучие. Опять лезть туда, это кошмар. Это ж, да не так уж и низко. Это вообще не низко. Ну, Сянлин минус. Они опять снова каким-то образом меня увидели. Хоть попадайте вниз, что ли, поразбивайтесь насмерть. Ну не насмерть, конечно. Ага. Ну что, сука? Ну, конечно, все упало. А ты чё, блядь, тут делаешь?
Говно. Сволочи, просто меня, знаете, выбесили немножко. Ну, конечно, эпично упал чувак. Эпик. Эпик шмепик. Так, второй лагерь находит, третий лагерь находит здесь, так понимаю, да? Угу. Надеюсь, это он. Без вариантов. Без вариантов. Так, что мы будем делать в следующей серии? Наверное, драконий хребет исследовать. Угу. Опа. Да я знаю, знаю, знаю. А вот это я не знаю. Это надо забрать. Анимаку, анимака. А! Так, сундук забираем. Сволочь. Да, временный прям огонь. Нас, сука, получай. Что, подхилил себя? Такого не припомню, чтобы он это умел делать. Так, это, понимаю, наверху. На арене битвы. Так, ты, яколка, ебать. Иди отсюда. Да, на арене. Эх. Отдыхай. Кто там еще? А, ты еще здесь. О, деревянный щит. Это убийственный щит, друзья. Он непробиваемый, он ничто его не бьет. До статуи Архонта надо бы дойти и подхилить, что ли, Сянлин. Угу. Даже подхилить, воскресить ее надо. Но она умерла не по нашей вине. Ого. Ты что тут пошел? Иди отсюда. Дура. Лиза, неудобно. Ей щитовик нужен. Кошмар. Ну что, берем сундучок. Раз. Два. Три. И все. Четыре. Я думал, там будет сундук роскошный какой-нибудь. Обязательно. И... Вон что это. Ну что? Печати сломаны. И мы идем отчитываться перед... Так, это можно убрать. Так, ну, пойдемте пешком. Механический... Ну, там прикольная штука была у Фремине. Как-нибудь, если придет время, покажу. Чтобы не отдыхать, чтобы не мешали. Это у нас рать. Как говорится... Он спит. Дружбы между хиличурлами не бывает. Она не очень дальнобойная. Она не дальнобойная. Понятно. Она не то, что не дальнобойная, она вообще никакая. Ну как никакая? По площади, но не настолько далеко. Попробуй все-таки эту фею поймать сейчас. Хотя бы оттуда. Где? Там. А, ну это я видел, что я не слепой. Так. Фея. И мерзкие слаймы. Драгоценный сундук.
Так, и роскошный сундук, как я и хотел. Выполнено задание, получена ачивка. Хороший артефакт. И заготовка для двуручного оружия тоже неплохо. У нас вообще есть какие-то чертежи оружия интересные? Скорее всего, нет. Долину ветров зайдем. Отхилим. Дадим подношение статуи семи архонтов. Одного анимокула не хватает, чтобы получить. Ну давай так, найдем анимокулу. Качнем уровень ранга приключений. И закончим серию. Что у нас есть за задание еще? Так, это Манштадт. Подожди, это Манштадт. Разведка. Это... Так, сейчас подумаем, что делать. Там на горизонте маячит сундук, он так раздражает. Где? Право, вперед. Пойдем сундук заберем. А задай, наверное... Это... Ничего не было с них, бля, лучше бы не трогал их. Так, сундучок заберем. Итер готов уже давать. И с... Ой, и эта штука есть. Кривой. Видишь, штучка появилась? Прикольно. Богатый сундук. А вот и анимокул. Анимокул на земле. Анимокул на земле. Анимокул, анимокул. Гоба разрушительный очень. А это в прошлой серии была такая штука, что мы Гобу взяли, чтобы что-то сделать, и он просто поджег весь лес. Наверное, да. Хотя нет, нет, не припомню. Так, поклонимся статуе. И 8 уровень. И 24 ранг приключений. Ну, выполним задание, раз мы его взяли сейчас, чтобы не откладывать на завтрашнюю серию. На следующую серию. 10 камней. 15 печатей анима. Точка телеп... Ну что, отправляемся что-то делать, разведать обстановку, так понимаю. Говнюки. Фрамине прям доволен, что ударило. Тут ты еще выжил, а ты? Так, исследование закончено, идемте дальше. 91 метр, меньше уже осталось. Как им удалось запечатать в бочке слайма пира. Если с остальными еще более-менее понятно, то пира слайм, я вообще не понимаю, что это за бочка такая. Черт их знает. Так. Спят, они так сладко спят. Играют там, копошатся. Это а ты чё? Отдельное приглашение надо.
Так, забираем масочки. Масочки понадобятся. Забираем морковку, моркву. И здесь видел эту штучку. Так, и последняя локация. Я так понимаю, она внизу все-таки. Мне кажется, или Фромине быстрее, Ноэль. Я вижу сундук. Два сундука. Прикинь, наверху. Ну да. Там же пиздец. По карте смотри, чем бледнее, тем ну ладно, выше. Тут сундук там есть, сундук золотая. Все. Богатость сундука определяется отнюдь не богатостью сундука, а камнями истоком. В сумме это 5, в Манштате это 2, ну кое-где 5. Тогда что же отличает богатый сундук от обычного сундука? В том, что в обычном бывает камней нет. Так, мы почти дошли до точки. Ну, кабаны. Это месть. Сука, за прошлую серию, тварь. Третья область, мы очень близки к ней. Опять? Ты иди ты нахуй, блядь, собака тупая. О, мило. Давай, жги, Гоба. Вот это я понимаю. Ну так бы всегда на самом деле, Гобочка. Кстати говоря, выкладывал в шортс я с Фишери, где она убивает с одного удара, и игроки, ну точнее, не подписчики, скорее всего, попадал в ленту шортс и захейтили. Задизлайкали немножко видос. Поэтому я его скрыл, чтобы не портить статистику в принципе. Так. У вас ничего нет? Ну и нахуй идите. Так. Что там опять получилось? О, засада. У меня нету ни одного гидра сейчас с собой. А их два, даже так. И получается, 3 крил персонажа уже. Сломаем уже щит, блядь. Бей его нахуй. Убей тигра. Засада. Ага. Так, гадина, ты где? Что ж, это было довольно трудняво. Поговорите с Сайрусом, возвращаемся к Сайрусу, заканчиваем серию. Исследование мира, завтра следующая серия тоже будет исследование мира, скорее всего, драконьего хребта. Ну и может покажу секретную миссию в Манштате, которую найти не так-то просто. Привет. Вы вернулись так быстро, значит ничего серьезного не случилось. В окрестностях полно монстров. Что? Монстры все еще бродят по окрестностям, да еще и в гораздо большем количестве? Странно. Мы ведь уже отбили самое крупное наступление на Манштат. Почему же они продолжают бродить прямо у стен города? Может быть, они готовятся к новому нападению? Нельзя этого допустить. Мне нужно срочно созвать всех искателей приключений и раздать им новые поручения. Нельзя игнорировать эту угрозу. Проведение разведывательных операций и устранение опасности в городских окрестностях входит в зону компетенции гильдии искателей приключений. Время показать всем, на что мы способны. Ах да, это тебе. Спасибо за помощь. Ну, хоть болтаешь недолго, еще задание дают. Ну, возьмем. Мы его так проскипаем, потом вникнем в эту ситуацию. Что он там хочет?
Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.